Это будет сложно. За босса и двор стреляю в... Первая броня ему была, видимо, дороже. Здарова, друзья! Сегодня мы с вами пойдем подниматься от нового ивента в PUBG до Full 6. Но это будет не просто обычный подъем, потому что сегодня мы пойдем подниматься с одного нового ящика, в котором обязательно должен быть призрак. Да, конечно, звучит абсурдно, но на самом деле тема очень интересная. Ну, ящиков не так уж и много, а призрак спавнится достаточно редко, поэтому наша задача на сегодня будет его для начала хотя бы найти. Ну а далее уже пойдем подниматься до Full 6 и посмотрим, насколько быстро у нас это получится. Не забывайте прожать лайк, свой царский, подписаться на канал. Также не забывайте, что ролик есть на Рутубе. Ссылка в описании. Если YouTube плохо грузит, то можете посмотреть там. Там все грузит просто идеально. Ну и также не забывайте, что у нас проходят стримы на Твиче каждый день. Поэтому ссылка в описании тоже будет на Твич. Про это тоже не забываем. Но также у нас в Телеграме появился просто охренительный бот, который бесплатно раздает юсишки за простые задания, за приглашение друзей, ну и за всякое. На нем скоро будет обновление и будет много чего нового. Ссылка в описании на Телеграм. В Телеграме смотрим закреп и просто залетаем в бота. Например, тут есть куча заданий, за которые вы можете на халяву получать USC-шки. А вывод, на секундочку, ребята, просто моментальный, в один клик. Прямо при вас выдают промокод и инструкцию для активации. Поэтому в описании ссылка на Телеграм. Залетаем. Ну что ж, не смею вас больше задерживать, погнали искать призрака. Хочешь новый РП или крутануть новую рулетку в PUBG? Тогда тебе на FunPay. Здесь сотни игр, в которых ты можешь приобрести любой донат и неплохо сэкономить на этом. Здесь самая простейшая регистрация по почте или же ВКонтакте, буквально в пару кликов. И самый огромный выбор товаров. Например, я могу выбрать любое количество UC или любой другой донат в PUBG. Здесь есть абсолютно все. Включая метро. Чтобы купить товар, ищешь самую выгодную цену, выбираешь продавца, и ему можно задать вопрос по поводу товара перед тем, как оплатить. Далее оплачиваешь любым удобным для тебя способом, после оплаты пишешь свой ID, если покупаешь товар с выдачей по ID, и буквально пару минут, и USC-шки уже у тебя на аккаунте. Все покупки на сайте безопасны, ведь сайт не переведет деньги продавцу, пока вы не подтвердите получение товара. А также вы можете сами стать продавцом, если у вас есть что предложить. Ссылка на FunPay будет первой в описании, а я желаю вам приятных покупок. Так, ну что ж, я знаю несколько спавнов этих ящиков, поэтому давайте сразу же пойдем попробуем проверить те места, которые я знаю. Ну и надеюсь, что игра нас не обидит и призрак нам выпадет прям моментально, потому что играем мы на 7-й карте и лут у нас могут снимать, поэтому я оделся как можно хуже, чтобы ничего не потерять. Так, по-моему, этот типочек бежал отсюда, но думаю, если там был ящик, то он его, скорее всего, открыл. Так, даже ящик я не наблюдаю. Что это за фигня была? Мне кажется, что он был с читами, потому что меня узнал, но, по-моему, он телепортировался. Отлично, окей. Погнали дальше. Все-таки мы ищем ящик. Так, по-моему, ящик еще может стать где-то здесь. Ну, а также на той стороне. Но это соло-режим, где я думаю, что их открывают очень-очень быстро. Слушай, здесь ящика нет. Я думаю, мы можем выйти и начать заново. И, скорее всего, лучше сходить в склады, потому что людей там меньше. А ящики все-таки спавнятся ровно так же. Слушай, не знал, что здесь тоже есть ящик. Но он все-таки, видимо, тут бывает. Давай, сразу же призрак с первого ящика. Не повезло, но хотя бы какую-то фиолку мы с вами получили. Так, здесь ящик тоже есть, отлично. Опа. Так, теперь залутываем его. И получается, запихиваемся в сейф. Я думаю, можно выйти. Подожди, у нас есть три. Так, ну ладно, все. Сколько останется в сейфе, столько мы с вами и вынесли. Я думаю, это будет, в принципе, достаточно честно. Давай погнали посмотрим. 18 плюс 30, это будет около 50 и еще 128. Итого мы имеем всего лишь, правда, 170 тысяч, но зато на эту сумму мы с вами сейчас и пойдем подниматься. Что мы можем приобрести? Так, давайте зайдем в таинственный магазин и, наверное, сразу же приобретем себе МГшку целую. Мне кажется, с ней мы сможем нормально подняться. Ну и все-таки реально нормальная пушка, все-таки как-никак. Давайте прокачаем таланты на МГшку, чтобы у нас был больше урон, ну и погнали с нормальными патронами на нормальную карту. Правда, это пока что все, что мы можем себе позволить, но думаю, что это дело быстро исправится. Так, давайте завалим босса, потому что босс это вообще ничто, по сути. Ну-ка. Ты что, синий, что ли?
Ну окей, слушай, берем то, что есть, правда, выкладки нам едва ли хватит на третью карту. Но, если честно, туда я прям не очень хочу, поэтому погнали на следующего босса. Если там что-то выпадет, то в том уже и пойдем. Думаю, как-то так. Блин, похоже, что босса мне не видать. За босса и двор, стреляю его. О-о-о! Он ловил меня на шмотки, но я их забрал. Я их забрал, базаны, все. Отлично, у нас есть с вами четвертый рюкзак. Есть все-таки то, что нам нужно, и теперь мы с легкостью сможем туда запуститься. Кстати, сложно представить, как бы я зашел, если бы у меня было все третье. Ну да ладно. Так, ну что ж, таланты перекачаны, ставим третью карту. На третьей карте, я думаю, мы сейчас пойдем в соло режим. Поэтому погнали и постараемся сейчас нормально уже подняться. Так, отлично, первый пошел. Что-то он прям совсем уж бомж. Ну, не особо интересно, нам самое главное, наверное, это сейчас забрать боссов, чтобы нафармить выкладку в 1300, ну и пойти уже хотя бы на седьмую карту, потому что там лута все-таки намного больше. Ну или же как вариант выбить хотя бы какой-то шмот с людей на третьей карте, чтобы уже потом все же снова же запуститься на седьмую карту. Я не знаю, кто мой противник и во что он одет, но я думаю, что нам терять особо нечего, поэтому погнали побыстрее к нему. Отлично, давай все-таки этого подождем. Я слышу, как челик у босса пил энергетик, а этот типочек, ну, судя по всему, сейчас может его запушить. Отлично, все-таки это был тоже голый, но у него был, кстати, шестой шлем. Так, ну, здесь уже ничего интересного. Тогда погнали заберем босса. Так, я понял, игрок есть. Или это бот по мне стреляет? Слушай, отлично, розовый. Четвертая броня уже есть, вторая пушка тоже есть. Слушай, мы все-таки можем зайти уже в любом случае на седьмую карту, а выход, кстати, у нас очень-очень близко. И на самом деле мы очень-очень быстро идем. Слушай, наверное, первое правило — это, ну, просто никого не бояться, и тогда получается намного круче. Ладно, все-таки это был игрок, но... Че-то он прям затупил. Первая броня ему была, видимо, дороже. Точнее, вторая или третья, что он там пытался подобрать. Ну, слушай, все остальное здесь явно боты, поэтому погнали быстрее на выход. И найдем уже нормальных людей на седьмой карте. Потому что даже в четвертой броне и в пятом шлеме, я думаю, мы сможем против них нормально зафайтиться. Так, ну что ж. Мы сделали аж целых 3 килла, вынесли 400 тысяч, а теперь давайте составим выкладку 300 тысяч на седьмую карту. Ну что ж, я думаю, здесь даже думать нечего, и у нас все стоит уже на своих местах. Поэтому производим нормальный закуп. Седьмая карта, поехали. Так, слушай, спаун вообще идеальный, и по сути сейчас есть очень хороший шанс кого-нибудь вот там подцепить. Я думаю, этим моментом все-таки нужно пользоваться, поэтому погнали. Опа, уже что-то происходит. Слушай, по кому интересно? По боту, наверное? Да ну нафиг. Братан, что ты тут делал вообще? Ну-ка давай, броня... Блин, брони нет! Слушай, я очень рад, что выпал, конечно, шлем и рюкзак, но где мне взять броник теперь? Зачем-то челик перегасил тут всех ботов? Не знаю, с какой целью, видимо, он тут решил обороняться или что. Еще хороший вопрос, где он находится. Не думаю, что типа закрыли, хотя, может быть, кого-то все-таки забирали. Отлично, слушай. Прям нормально, прям нормально. Правда, там еще кто-то есть, но он был голый. Но все-таки могла выпасть гэшка. Возможно, даже и золотая, кто его знает. Давай посмотрим, слушай, давай посмотрим. Может быть, все-таки реально что-то выпало. А, скорее всего, нет. Но я понял. Странно, что у него была четвертая броня. Мне показалось, что он вообще был голый. Так, там, видимо, ничего интересного нам не светит. Поэтому погнали уже, наверное, ближе к боссу. Можно так-то и босса забрать. Подождем людей, и заодно, возможно, нафармим себе сайгу-вышку. Хотя, подожди. Слушай, это уже намного ближе. Братанчик, ты где тут стреляешь? Он что, меня вообще видел, нет? Братан, ты что, эй, слышишь? Эй, ты что? Ну, слушай, это было максимально странно, но окей. Не знаю, почему он меня не заметил, но это все равно была пятерка. К сожалению, вообще ничего не упало. А вот нам теперь нужна лишь только шестая броня. Ну и желательно какую-нибудь пушку-вышку найти, куда же без нее.
Так, подожди, не понял. Уже кто-то там что-то взрывает где-то. Слушай, это наш шанс. Ладно, вот это уже проблема. Я все-таки заберу. Слушай, предполагаю, что они где-то на воде, но все же мы можем туда успеть подойти. И, может быть, кого-то даже забрать в спину. Ну или же примут нас. Может быть и такое, потому что информацию о себе я уже как бы другим игрокам дал. Ну, слушай, они были где-то прям правее. Ну и, судя по всему, их было, вероятно, что двое. Смотри, здесь что-то валяется. Вряд ли, конечно, будет шестая броня. Ну, там вообще, в принципе, ничего не было. А там, кстати, кто-то топает. Возможно, здесь они уже зафайтились. И мы сейчас идем чуваку в спину. Так, подожди. Где он прячется? Если честно, я не увидел. Либо он где-то тут лег, либо сел. Опа, смотри, вот он. Братан, тут никого нет. Вот ты и попался. Слушай, дым все-таки сыграл очень важную роль. В том, чтобы выбить нам еще один шлем. Если честно, это ужасно. Слушай. Я, конечно, типа не против, но что-то не то. Здесь был еще один типочек. Вот это, по-моему, он. Вот это, кстати, было очень плохо на самом деле. Ну ладно, пойдем попробуем допушить. Не знаю, получится, нет. Отлично. Просто самые первые гранаты. Снова прокинем дым на всякий случай. Вот это была же шестерка. Но где шестая броня? Мы уже закрыли столько типов, которые закрыли тоже явно не меньше людей. Но при этом у нас есть уже 10 жетонов. И нет при этом ни одной брони. Хорошо, хотя бы мы добыли два шлема и рюкзак. И на этом спасибо. Слушай, он все-таки победил. Печально, что такой тайминг нехороший мы с вами словили. Слушай, у нас отобрали и пушку, и еще ко всему в придачу собрали броню, которая у нас была. Слушай, не будем отчаиваться, давай тогда возьмем просто, например, вот такой вот зеленый магазин, и думаю, с Эмкой мы с вами попробуем уже что-нибудь сделать. Правда, брони у нас, к сожалению, пока что нет. Ну что ж, теперь с Эмочкой, но, к сожалению, без брони. Надеюсь, что броню добудем. Надо забрать все-таки какого-никакого босса, а четвертую броню, я думаю, легко найти вообще где угодно. Так, по-моему, мне что-то прям не то подкинули, судя по всему. Ужасный спаун. Как выкручиваться, я пока не знаю. Так, ну слушай, у этого бота может быть даже четвертая броня. Но в любом случае я забыл перекачать урон. В этом, я думаю, есть серьезная проблема. Слушай, братан, игра это не твое. Лежать на горе фул 6 и ждать какого-то чувака во второй броне. Слушай, все-таки как-никак нам осталось добыть лишь только броню. Ну а дальше, я думаю, все пойдет прям очень-очень легко. Хотя МКшка бы тоже не помешала. Возможно, с МКшкой тоже было бы, ну, все куда проще. Ну а пока что радуемся тому, что есть. Тут что-то произошло. Так, ну, я понял тебя, брат. Я тебя понял. Броня. Охренеть, все. На остальное, в принципе, уже пофиг, я думаю. М-ка, конечно, собрана из какашек и дополнительно еще палки. А вот типочка, конечно, закрыть бы надо. Я очень сомневаюсь, что он его закрыл с грозы. Слушай, ну там все понятно, я понял. Если бы хотя бы текстуру грузило чуть-чуть получше, может быть, было бы круче. Обидно, что его не ждали. А вот меня уже поджидали, я понял.
Слушай, это будет close fight. Спасибо, братанчик, что дал мне все-таки выжить. Там, кстати, кого-то уже закрывали. Но этот типочек работает явно издалека. Слушай, патроны, кстати, кончаются. Что прям вообще неожиданно, но у нас почти все есть. Реально, по факту осталось добыть лишь только, наверное, МКшку какую-нибудь или что-нибудь такое плюс-минус интересное. Броня, кстати, с двумя ремнями. Ну и за это тоже огромное спасибо. Че, я прям метко так закинул, что мне даже молика не видно, серьезно? Так, ну тут было как будто бы прям очень что-то интересное. А вот бота красного пропустили. Ну, братанчик, ну слушай, ну как-то некрасиво, по-моему, ты поступаешь. Это что было? Это что было? Его кто-то закрыл ведь? Блин, прикольно. Это винторез или что там? Или это было просто для меня далеко, а для него нет? Ого, здорово, бандит. Это было NS-2000, серьезно? С этим еще кто-то играет? Ого, перезарядка быстрая. Так это при том, что обвес улучшенный, слушай. Видимо, он просто краешком аккуратненько его добил, вот и все. Не знаю, был ли это тот тип, который по мне стрелял в спину, вероятно, что да. Потому что иначе зачем еще обходить тогда меня? Так, ну по сути дробовика, когда ты включаешь прицел, это, ну, что-то типа под снайперку. Слушай, я, конечно, хотел выбить пушку, но, наверное, все-таки не такую. Поэтому давайте погнали сходим в радиацию и что-нибудь попробуем тоже выбить. Здорово, здорово. Понятно. Погнали дальше. Видимо, я чуть-чуть ошибся стороной. Странно. А по кому? Воу, я понял. Это была ловушка. Это была ловушка. Тупейшая, но ловушка. Блин, если бы не граната, возможно, пошло бы все немного иначе. Слушай, остается дробовик. И, по-моему, это звучит как какой-то определенный вызов. Да, хоть мы слились в нескольких катках, но все-таки мы остались не с пустом. У нас есть такая плюс-минус нормальная пушка. Поехали с ней попробуем. Так, ты где, братанчик? Опа! Блин, ничего интересного, слушай, ничего интересного, но перезарядка, конечно, у этой пушки что-то, ну, какая-то сверхкрутая. Я думаю, можно в будущем и прицел взять, потому что, ну, как дробь стреляет даже с прицелом на столь дальнюю дистанцию? Мне кажется, это невозможно. Короче, какой-то магический дробовик, и, кстати, скорострельность у него прям, ну, какая-то крутая. Братан, ну, может быть, будем дружить, я не знаю? Ну, давай попробуем гранатой, что ли? Так, я думаю, блин, да уже игрок идет. Слушай, шлем Сталик, прикольно. Вместо обычного пойдет. Так, окей. Что-то не к добру такое количество патрон. Ну да ладно.
Отлично, это было проще простого. Если честно, я думал, будет тяжелее. Так, слушай, ну мы выбили пушку нормальную. К тому же... таланты у нас должны соответствовать, по-моему. Но еще ко всему к этому у нас есть броня и шлем. Это просто так, сверху, в подарок. Ну что ж, я думаю теперь... А, это еще не все, что ли? А что ж ты раньше не объявился-то? Что-то он мне прям больно дал, но все-таки получилось. Кстати, он тоже красный. Так, дополнительно получаем мы с вами рюкзак. Кстати, 1000 патронов у него было. Видимо, он тут все-таки мои подобрал, которые я выкинул. Ну, слушай, теперь-то уж, я думаю, 100% точно можно идти на выход, потому что Fallout 6 у нас все-таки есть. Ну, а на больше я как бы и не рассчитывал. Я думаю, хаешка дала ему очень-очень больно. Ну что ж, давай тебя залутаем, чё уж ты такой, того самого этот, агрессивный. Вообще хотел просто посмотреть ящик, но чё-то он решил, что надо меня будет отвлечь. Такс. Здесь, я думаю, трогать мы ничего не будем и просто всё-таки заберем этот, наконец-таки, сундук. Слушай, штурмовик или нет? По-моему, это была четверка. Братан, ты чё? Я хотел подарить ему жизнь, но что-то не пошло. Хотя с прицела стрелять достаточно тяжело на самом деле. И пуля какая-то странная. Ну, понятное дело, все-таки дробовик. Как-никак. Все-таки МКшку мы с вами не выбили, зато у нас есть вот два броника, шлем, рюкзак, ну и в принципе и целый сет, который есть на нас. НС, конечно, 2000 не особо считается, вот петух высшего качества, который мы с вами выносим, я думаю, ну как раз таки пойдет. Чтобы выполнить то самое задание, которому и нужно фулл 6. Куда ж без пушки вышки-то? Ну что ж, теперь наконец-таки на выход, и уже наша финишная прямая. И это, я думаю, победа. Не забывайте поставить под этим роликом лайк, если вдруг еще не поставили каким-то образом. Не забывайте подписываться на канал, если вдруг каким-то образом не подписаны. Ну и что самое интересное, залетайте к нам в Telegram, Twitch и YouTube, если вдруг что-то у вас тут не так. Ну и в любом случае советую. Все ссылки, если что, вдруг будут в описании. Ну что ж, давайте посмотрим, сколько мы наконец-таки вынесли все же. Итого мы имеем с вами... Ну, слушай, 6 игроков победили, почти 900 тысяч выносим, но это в основном только лишь чистыми шмотками. Так что на этом все, увидимся скоро в новом видео. Пока!